Внимание, канал, внимание, подписчики. С вами Наиль Порошин. Вот, мужики, по многочисленным просьбам, действительно многочисленным, ребята, потому что я уже не знаю, уже время уже не терпит отлагательства. Вот. Значит, спрашивают люди, а нельзя ли Наиль Мухаметович поставить на, как бы на широкую ногу, поставку нам качественных изделий на карбюраторы, качественных запчастей. Мужики, ну я как-то выходил из положения, значит, маленькими партиями, где-то доставал, где-то кто-то, а люди, карбюраторщики спрашивают просто владельцы машин, которые пытаются что-то там изменять, что-то там комбинировать, всевозможные комбинации. Это я приветствую это явление, это хорошее очень начало. Ну, вот я сейчас предлагаю на ваш суд, подписчики мои, вот на первом листке, значит, здесь, вот сейчас я вам приближу, вот видите, оригинальные жиклеры на карбюратор, и тут написаны все, значит, марки. 8, 81, 83, 53, 73, 41, 11, 11, 41, 78, 31, 10. Такого я не знаю. Ну, написал автор, пусть останется на его совести. Вот. Ребят, вот смотрите. Жиклеры топливные. Смотрите. Вот их размеры. Смотрите, ребята. Все можно, все сделать. Далее. Жиклеры воздушные, вот тут перечислены трубочки. Дальше, значит, вот жиклер, так, игольчатый клапан, а вот жиклер экономайзер мощностных режимов, вот игольчатый клапан, вот клапан распылителя, помните тот интересный клапан, они тоже предлагают, можно его, так сказать, людям представить. Вот жиклер воздушный, тонкий, вторая камера, вот жиклеры первой камеры, толстые трубочки. Вот распылители всех модификаций. Значит, показаны размеры, распылитель одинарный. Одинарный для волговских, уазовских. Вот оковские распылители. Также можно на УАЗик. Вот жиклер холостого хода. Ребята, вот все, что касается, значит, 8-й линейки, а также карбюраторов на базе корпуса АК. Это 4178-40, 4178-30 и 4178 просто без тире. А также оковские. Вот все жиклеры там типа 8-х. Вот, ребята, все я посмотрел, показал вам, все видно. Дальше, вот переходим, ребята, к карбюраторам Озона. Переходим к карбюраторам Озона. Вот оригинальные жиклеры ТТ. И пошла линейка. 5-20, 7-20, 40-20, 40-50, 40-70. Да, наверное, еще не весь перечень. Ну, все есть, мужики. Вот смотрим. Топливный жиклер. Показаны размерность топливных жиклеров. Здесь показаны жиклеры, которые могут изготовить, скажем, на выбор 128-130, кому-то надо покруче, 135-140, 157-162, это серийные. Вот, пожалуйста, воздушные жиклеры, опять показаны размеры воздушных. Вот, пожалуйста, жиклеры холостого хода показаны. Дальше, показан распылитель, ускоритель насоса, жиклер клапана магнитного, клапан распылителя ускорительного насоса, это клапан нагнетающий. Вот, значит, показан игольчатый клапан. Мужики, внимательно все посмотрите, обсудите. И, значит, дайте мне ваше предложение, что и как. Я просто на ваш суд все это дело показываю. На ваш суд. Мужики, еще у меня вот есть такое пожелание. Или пожелание, или просьба. Вот смотрите. Вот сейчас попросил человек 4 жиклера. Даже это не просьба, но просто я ему ставлю в известность. Смотрите. Я их пакую вот таким образом. Беру такую тоненькую губку. Попросил. Ну, иду навстречу.
Мужики, вот заказным письмом оно не прокатывает. Хорошо бы оно, люди щупают на почте и говорят, нет, Наим Мухаммедович, так не пойдет. Ну, я с ними соглашаюсь. А вот заказное письмо стоит копейки, там, 50 рублей. И жиклеру мне не жалко отдать так. А вот когда я посылаю ценным подоролью, даже рубль оценю, она становится в районе 200 рублей, там, смотря куда посылают. Поэтому, мужики, вот обращайте на это внимание, что это не от меня зависит, это не я тут диктую цены. И просто бегать на почту, вот это вот, создавать вот такой вот пакетик, у меня и материала нет, у меня и желания нет создавать. Я вот стараюсь, чтобы он не вылетал, не бултыхался, не обращал на себя внимания. Вот. Ребят, вы поняли? Ребят, в общем, все. Все, что я хотел сказать сегодня. Значит, всем привет, до новых встреч, до новых роликов. С вами был Наиль Порошин. Всего доброго всем.